It's double. It's double? Yes. It has two floors. Yes. Двухэтажный мост. Точно. From the other car. И вон как раз серпантин сбоку. И как раз не едет никто. Опять надо припарковать машину. Ну, я не знаю, надо ему помогать машину сюда ставить. Главное, чтобы он эти деревца не сшиб. Ну что, оттуда видно? Оттуда видно этот мостик? Вон, видишь? Так получается, вот один, второй этаж как бы, и вот третий. Ну, я не знаю, видно на видео, не видно. Вот он идет за деревьями. Его награждение, вон, видишь? Просто когда машины едут, видно. Да нет, мостик пока не снимает. Нет, мой, я не мостик, я смотрю, дорогу. Очень старая стена. Залезли на стеночку. А вот там, мостик отсюда не видно. Али, ну дарли. Нужно аккуратно. Не видно там дом на горе. Не видно. А, вон. О, его вообще не видно. Вон он, двойной мостик. С этой стороны видно плохо. Но мне понятно, почему он двойной. О, Матерь Божья, тут высота какая. Боже. Ну вот эта старая обезьяна полезет. Отсюда не очень видно, какой он. Точнее, понятно? Ну, непонятно, что он большой, да. Да, дизайн его немножко понятен, но полностью его не видно. Размер его непонятен. Там это все над обрывом машины едут. Давай пойдем поближе. Когда мы были в Саламине, я пробовала эти ягоды. А потом мне сказали, что они ядовитые. Но правда, моего яда хватило, чтобы победить яд ихний. Красивые такие всякие кустики. Красиво разрослись. А, вот отсюда видно, что он двойной. А почему он двойной? Для чего? Вот, отсюда видно. Видно, что он двойной. Разные, разные травки. Вот мне нравится, как тут сделано. Да, ступенечки там идут. Это, видимо, такая веранда у людей многоуровневая. Палисадничек такой. И такие хвойные деревца. Это что-то типа кедров с шишечками. А там похоже на виноградник. Классно, хотела бы я в лесу жить, если честно. Чтобы у меня такой домик тоже был. Ты бы хотела вам в лесу жить? Ну, не очень далеко от цивилизации. Я все-таки более такая общественная, чем ты. Почему? Если машина, транспорт... Почему? Можно до цивилизации добраться. Главное, чтобы интернет был, да? Да. Что он там уже командует? Командует, что нам уже пора идти, а то потемнеет. Он у нас гид. Какая-то веранда у людей. Если там дом, то это на веранду похоже, да? Да. Тут так дома разбросаны. Скорее всего, частное все это. Ну, это, скорее всего, частное, да. Видишь, вон подсветка, смотри, стоит здесь. Ну, да, на горе. Да, там на горе стоит, смотри. И там тоже вот так спуск чуть-чуть. А тут, вон какая я. О, здесь хоть видно, насколько глубоко. Да, сейчас покажу, насколько здесь глубоко и опасно. Ну все, давай, поехали дальше. Топ-менеджер уже ругается.